Привет! Вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вас научу, как менять цвет волос и цвет глаз на видео. Итак, нам понадобится программа. Естественно, я не меняла линзы, потому что я не умею и не знаю, как это делать. Я меняла цвет глаз в программе. Поехали! Программа называется You Can Makeup. Заходим в программу, нажимаем на значок «Фотомакияж». Чтобы на видео не было логотипа, нужно купить полную версию. Я не покупала. Отключаем эффекты. Румяна, помада, ресницы, стрелки, тени. Затем выбираете пункт «Макияж» и листаете в самый конец «Цвет глаз». Вы здесь можете выбрать форму зрачка и цвет глаз. Начинаем снимать. Одной рукой меняете цвета, а второй рукой подносите к лицу и как бы меняете цвет глаз. Я сейчас хочу поменять, давайте. Вау, посмотрите, какой красивый голубой цвет! Мне он идет очень сильно. Как раз круто. Давайте следующий. Цвет глаз. Вау, он зелено-желтый. Круто, он мне тоже очень круто подходит. Давайте следующий. Вау, тут, конечно, очень плохо видно, но... Это в форме цветочков глаза. Круто. Следующий. Вау, это глаза кошки. Круто. Мяу, я кошка. Следующий. Вау, это голубой. Круто. Он со снежинками. Если присмотреться, там снежинки. Круто! Давайте следующий. Это фиолетовый, и там какие-то очень красивые узоры. Какие-то оранжевые узоры, белые. Давайте следующий. Это фиолетовый с сердечками. Круто! Давайте следующий. Смотрите, это спиралька. О, голубой! Давайте теперь фиолетовую такую спиральку. Вау! А синий? Мне больше всего нравятся голубые глаза и кошечка. Не знаю почему. Мне так кажется, что этот цвет мне подходит. Давайте попробуем красный. Вау, посмотрите, какой розовый. Теперь давайте цвет кошки. Розовый попробуем. Да? Хочу попробовать розовый. Вау, посмотрите. Вы посмотрите. Кошка с розовыми глазами. Круто. Ящерица. Еще я на ящерицу похожа очень. Давайте желтые теперь. Раз, два, три. Вау. Сейчас точно похожа на ящерицу. Круто. Как вы? Теперь давайте попробуем зеленые. Круто! А фиолетовые? Вау, фиолетовые, конечно, не очень видно на моих темных глазах. Но светлые цвета очень круто видно. Как красный, голубой. Они очень круто смотрятся. Вау, давайте голубой. Вау, круто. Лайк! Напишите в комментариях. Какой вам цвет глаз понравился? Мне понравился голубой,
и цвет кошки. Круто! А еще мне понравился вот такой вот зелененький. Круто! А еще красный! Вот это вообще было круто! Такая ящерица! Заходим в приложение «Лайк». Выбираем наше видео. Можно добавить любую музыку, которая вам нравится, и можно выкладывать. Сейчас мы будем менять волосы с помощью фломастеров. Я возьму любой цвет, дотронусь до волос, и волосы станут такого же цвета. Давайте попробуем. Какой же цвет взять? О, давайте этот. Раз, два, три. Вау, посмотрите, как он круто окрасился. Такой синий цвет. Круто. Какой же еще? Возьму фиолетовый. Раз, два, три. Вау! Вы посмотрите, как он тоже круто окрасился. Цвет и блеск. Розовый, может? Давайте розовый. Раз, два, три. Вау! Тоже цвет и блеск. Круто. Вы посмотрите. Круто! Давайте теперь красный. Раз, два, три. Вау! Тоже теперь добавим и цвет, и блеск. Осталось 4 цвета. Какой же выбрать? Давайте желтый посмотрим, какой будет желтый цвет на волосах. Раз, два, три. Вау, это желтый цвет. Круто. Цвет блеск. Вау, я как Рапунцель. Я как Рапунцель. Круто, такие волосы желтые. Теперь зеленый. Раз, два, три. У меня никогда не было зеленых волос. Боже ты мой! Вы посмотрите, это зеленые волосы! Цвет блеск. Напишите в комментариях, какой мне цвет больше всего идет. Зеленый, красный, синий, фиолетовый, розовый. Или сейчас посмотрим, может быть подойдет черный. Давайте оранжевый. Раз, два, три. Круто, я рыжая! Давайте теперь цвет, блеск. Теперь черный. Раз, два, три. Цвет блеск. Боже, посмотрите, у меня черные волосы. Никогда не было черных волос. Напишите в комментариях, реально, какой цвет мне больше всего подходит. А черный мне подходит? Не знаю. Но мне прикольно с черными волосами. Круто. Может, мне надо в черный покрасить? Круто. Такие красивые черные волосы. Круто! Заходим в приложение «Лайк». Выбираем наше видео. Можно добавить любую музыку, которая вам нравится, и можно выкладывать.
Подписывайтесь на мой YouTube и на мой лайк. Пока-пока!